25 ноября в промежутке между 24 и часу ночи по неизвестным причинам произошло обрушение части здания Гагарского узла связи. С утра на месте происшествия специалисты управления капитального строительства выясняли причины обрушения здания. Кабинеты на первом и втором этажах обрушившейся части здания пустовали. Только на третьем этаже функционировал фитнес-клуб. В момент происшествия в здании людей не было. К счастью, обошлось без жертв. Вчера между 12 часами ночи и 12:30 произошел обвал части здания почты. Значит, обрушение произошло с первого этажа. На первом этаже обрушилась колонна, и за ней пошли все остальные последующие этажи. Однозначного заключения сейчас дать нельзя, потому что работают эксперты. И я думаю, завтра у нас будет заключение, по какой причине был обвал. Пострадавших нет, случилось это в ночное время. Значит, последняя группа там наверху, на третьем этаже располагался фитнес-зал. Последняя группа в 11 часов закончила тренировку, ушла. И вот спустя час-20, значит, произошло обрушение. Пострадавших нету, к счастью. По предварительным данным, обрушение произошло из-за нарушения правил строительства и ремонтных работ самого здания. Мы хотим обратиться к нашим жителям, уважаемые наши граждане, просим вас при строительстве, при планировке своего жилья, недвижимого имущества строго соблюдать правила безопасности при строительстве. Вот, пожалуйста, пример. Здесь были, наверное, нарушены какие-то правила, пока мы не можем сделать вывод, но, как сказал выше коллега, на днях мы уже выясним причину, и мы обнародуем эту причину. И в дальнейшем мы просим вас соблюдать все меры предосторожности при проведении строительных или других работ.